Сцену любого театра невозможно представить без яркой звезды. В Чувашском драматическом одна из них – актриса Нина Яковлева. Народной артистке России и Чуваши исполнилось 75 лет, 55 из которых она посвятила театральному искусству. Знаменитая бабушка Проски с блистательным шпагатом, мать Ситнера в постановке «Нарспи», баба Яга Ильинична в «Тихом доне». Образы Нины Яковлевой можно перечислять долго. Она играет как комедийных, так и драматических, сказочных персонажей. Еще юной выпускницей Российского университета театрального искусства ГИТИС, она с успехом перевоплощалась в старух или мальчишек. Талант известной актрисы хорошо известен зрителям не только Чувашии, но и многих других регионов России. Счастлив тот театр, который имеет таких актрис. Ей подвластны все жанры абсолютно. Вот я говорю, это и трагедии, и комедии, и фарс, она и гротеск, она может все преодолеть, все может освоить и преподнести зрителю в тонкой, в художественной форме. Она владеет замечательным вкусом, природным вкусом, даром. И ее искусство, я думаю, что не только замечает зритель, а любит. Образы Нины Яковлевой отмечены премиями на многочисленных российских и международных театральных фестивалях. За лучшие эпизодические и женские роли она не раз становилась лауреатом театрального конкурса «Узорчатый занавес». Немало известных театроведов и критиков написало отзывы о ее творчестве в литературных журналах. На самом деле, с ней работать на сцене для любого актера театра – это поистине, на самом деле, удовольствие и наслаждение. Я лично сам много раз играл и играю с ней на сцене как партнеры, и мне просто-напросто я получаю колоссальное удовольствие от игры с ней. А многие актрисы театра, естественно, глядя на нее, стараются достойно стоят на сцене рядом с Ниной Михайловной Яковлевой. На юбилейный вечер поздравить актрису пришли все артисты столичных театров, гости из Татарстана, земляки из Урмарского района и, конечно же, ее любимые зрители. По призванию родителей заниматься любимым делом актриса всю жизнь посвятила сцене. Театр никогда не учит плохому, он помогает людям жить. Отдавая часть своей души, артисты ежедневно стараются для зрителей и радуются, когда ценят их работу, отмечает Нина Михайловна. Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика.